Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Spider-Man Miles Morales. Звонок. Не очень. Ты еще у меня? Не, я сейчас дома. Родители вернутся через неделю. Прибираюсь. О, башня Мстителей. Да нет, порядок. Я тебе перезвоню. Странные, тяжелые сюжетные повороты. Эй, дядя Аарон, мне нужен... Не дают сказать ничего. Насчет чего? Погодите. Насчет всего. Ты не занят? Немного, но могу прерваться. Скоро перезвоню. Спасибо. Давай, до связи. Понятия не имею, где искать Фину, где искать Нуформ. Надо убить время до звонка дяди Аарона. Все, убиваем время. Тяжелые сюжетные повороты. По сути... Вот знаете, если и такой штуки, как судьбы, как судьба, нету, то есть определенное такое явление, как когда в нашей жизни наступает определенная полоса, не знаю, определенный период, то это что-то, это явление подбирает для нас людей, сводит нас с людьми, которые нужны нам для того, чтобы проработать, так сказать, эту ситуацию. Вот сейчас, из-за того, что Фина оказалась умельцем, по сути, нашим врагом, отчасти, да, нашим врагом, и наш дядя оказался этим, как его и забыл, бродягой. Да господи, заткнитесь все. Вот из-за этого, как бы, как сказать, да перестаньте. Все будут подвержены жестокому испытанию, где каждый должен будет решить для себя, что для него по-настоящему важно. Дружба, справедливость, где серая зона. И то же самое и для них, потому что это их друг Майлз оказался Человеком-пауком, их противником. Это прикольно просто. Это на самом деле вроде как просто звучит, но сложное такое... Сложное испытание, на самом деле. Сейчас, извините, просто я пока-то пытался еще одновременно слушать. Короче, прервав задание, вы потеряете все. Продолжи задание. На их базах стоят глушилки, из-за которых полиция не может координировать захват. Отключишь их, я вызову полицейских, и они разберутся. Я в деле. Спасибо за помощь, Даника. Окей. Тихо. Оп. Никого ты не видел. А разве сегодня ты не следишь за той лабораторией Рокса? Ой, смотри, как прикольно. Так мы еще не убивали людей. Давайте пока. Насколько можем. Я не хочу долго стелсом заниматься, я хочу всех расфигачить. Ты где? Конечно, тут! Сюрприз, мадафака. Они уже все ищут меня. То есть долгого стелса, конечно же, не будет. Я просто буду агрессивно атаковать всех. Так. Смертоубийство! Ха-ха! Все, началось! Просто, без всяких стелсов, я же Человек-паук. Нафиг мне это все это надо. Вот! Доступно добивание. Добиваем, значит. Что-то я в тени сражаюсь, я криво паутину пустил. Ну, бывает. Отошел от меня, понял? Ты на меня будешь замахиваться от... ладно, немножко попал. Я его что, его током ударило. Я тут занят, между прочим. Уп. Смотрите, как хорошо работает прицелом. А я хоп и стал невидимым. Все, некуда целиться. Ой. Грабежи, драки, угоны. Но потом подпольщики убили одного из парней над гробья. И оказались... Ну-ка. О! Так, давайте убьем его, кстати. Это большой чувак, с ним опасно. Все, он смерть. Получил. Давай, отошла от меня, бич. Вниз спустись. Иди сюда, покатайся. Хоп. О! Попал? Нет, не попал. И снова невидимый. Ой. Надо же, как, кстати, такое бывает, здрасте. Тебе звукарь в случае не нужен? О, не дали сделать. Я хотел добивание. Ладно, все, тот чувак упал уже.
чем, если тебе нужны отошли, клевые блин. Миксы. Есть один парень. Ну. Итак. Было бы классно. Это медведь на ухо. Оживай, голограмма. Оживай, голограмма. Сражайтесь, сражайтесь за свою жизнь, короткую. Тут где-то был еще один этот чувак, вот он. Надо добить его. А, его нельзя добить. Погоди, погоди. Все, подожди, а мы можем так сделать. Есть. А, нет! Нет! Фух, слинял. Так гораздо, на самом деле, интенсивней. Так больше адреналина чувствуется. Все, хорошо, идем сюда. Нет, меня здесь нет, ты не можешь меня видеть. Все, упали. Лечись, лечись. Почему не лечится? Он не лечится. Сволочь. Причем я же давно уже лечился. Почему не восстановилась эта фигня? А, все заново. Блин, как же их привязывать паутиной? Почему-то не работает. Только паутинный удар есть, и все. Ладно, давайте паутинный удар, так паутинный удар. Время сие. Опа. Нету здесь Человека-паука. А, нет, есть все-таки. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Смерть. Как? Черт, она мне кидовый хернула. Все, выпиливайся. Оп! Нет, нет, это чувак, который сильный. А я по нему не попал. Вперед! Сражайся! Никуда не попал, да? Ну, ладно. Смотрите, сражается мой золотистый друг. Фига он их подкидывает их. О-о-о. Что это было? Не очень хорошо получилось. Давайте разгон. Не в ту сторону немножко. А! Кто-нибудь его видит? Ладно, ждем. Кстати, что у нас здесь есть? У нас есть какой-нибудь предохранитель? А-а-а. Так, я забыл, как. Всегда так много. Ой. Бывает такое? Короче, я палюсь, когда кидаю эти штуки, да? Твари! Ненавижу. Слегка увлекаюсь и не делаю то, что нужно. Так, давайте хорошо попробуем отсюда начать. Смотри, здесь двое стоят. Их мы можем вынести вот этим вот нашим устройством, управляемой миной. Так, они же меня не видят сейчас. Нет, не видят. Смерть. С этим легко будет. Ладно, придется по стелсу идти. Ага. Чтобы усесться на уступе. На уступе нажмите L3. О, прикольно. Очень супергеройски. Так, смотрим.
Да, блин. Все, короче, действуем по уму. В плане... Все равно без стелса, но агрессивно. Но по уму, но агрессивно. По области. Хоп. Блин, они очень хорошо меня решетят. Опа. Давайте куда-нибудь наверх. То есть мы будем миксовать стелс и не стелс, да? Я провела небольшое исследование насчет этого адреса. Раньше тут было убежище надгробия. Идите. И что произошло? Они провернули несколько совместных дел. Один только, двое только пойдут. Угоны. Ну ладно. Но потом подпольщики убили одного из парней надгробия. Мне вот этого надо убить, смотри. Побежал самый такой активный. Он опасен. Да. К тому времени надгробие был за решеткой, так что смена власти прошла тихо. Вот сюда еще кинем. Опа, идите. Все втроем пошли, только вдвоем. А ну выходи! Ой. Так вот. Я что-то не то опять нажал. Летят ко мне! Вот этого очень хочется грохнуть. Есть. Все. Угу. В сторону. А! Тихо, отходим. Хорошо. Вот этих всех снайперов надо убрать. Да прям так, уберем. О, прикольно. Быстренько всех вот так, хоп, выносить. Точнее, не понимаю, я делаю здесь задание сюжетное или это так, хрень какая-то. Было бы классно. Нет, медведь на ухо наступил. Так, все, этот сняли. Этого сняли, этого сняли. Ускорение. Фу. О, неплохо. Ага, есть. Все, сняли. Опа. Так. Неожиданное убийство. При этом я остаюсь невидимым. Ага, при добивании я остаюсь невидимым. Ясненько. Да, я здесь. Вот, кажется, сейчас получится. Оп, прикольно было, с прогибом. Красиво. Так, все, ты упала? Сколько вас еще здесь? Один остался. Ой, ты застрял! Ты застрял! Ой, и умудрился меня ударить. Ну-ка, иди сюда. Ты как? Еще убей меня! На тебе. Все, раскрошил его. Что я здесь делаю вообще? Победить подпольщиков. Надо найти глушилку. Я могу отследить проводку с помощью костюма. А где? Ага. А вон внизу. Тут прям как-то неприлично много соперников тебе делают. Вот в эту сторону. Погодите. А, вот так это надо сделать. Офигеть. Действительно. Не сразу заметил. Окей. Вот и глушилка. Они сохранили трофеи. О, крутой эмотик. Хочу себе такой. Как сентиментально. Этот манекен сейчас пошевелился? Б! Что? Ой. Окей. Как-то так. Справиться с засадой. Это задание такое. Пойдемте. Смотри, какая она одна засадила меня. Беги сюда. Я могу зайти.
Я не могу зайти внутрь. Я не знаю, что с этим делать. Давайте, что ли, голограмму кинем туда. Иди, мочи. Файт. Посмотрим. Давай. Ты подвел меня, сынок. Ты подвел. Ну ты стараешься, я вижу. Ты очень стараешься. Ладно. Давайте друга, что ли, не знаю, кинем. Так, второй исчез. Ладно, я полетел отсюда, короче, не знаю. Сейчас у нас задание будет провалено, да? Уродство полнейшее. Больше ни одного манекена в жизни. Победили? Эй, база должна появиться на карте. Ура! Зову копов. Теперь соберу инфу о сотрудничестве надгробия и подполья для своего подкаста. Надо уйти отсюда до того, как приедут копы и все перекроют. Все, пройдено, мы сделали это. Фух, хорошо, что засчитали хотя бы. Встретимся в порту в адской кухне. Буду там. Ага, в адской кухне, окей. Что мне делать с Пиной? Снова попытаться поговорить? Можно встретиться где-нибудь? В научном центре или в церкви Троицы? Нет. Теперь она знает, что я ей соврал. Она не согласится. А! 1700 метров в туды. Нет, не снимай! Не снимай, пожалуйста. Я не в форме сегодня. Итак, у нас доступно что-то. Новые гаджеты. Что за гаджет? У нас не хватает жетона событий. Черт, ладно. Погодите, это, конечно, не все еще. А еще есть навыки. Которые... Сколько? 2 очка. Чтобы выбрать и швырнуть оружие... Вырвать и швырнуть оружие, заряженное без силы. Прикольно. Давайте купим. И что? Вот это у нас увеличение радиуса действия усиленного биошока. Пусть будет так. Хорошо. Хорошо прокачиваемся. Да, я вижу, куда идти. Сегодня я имею честь беседовать с Саймоном Кригером, главой отдела разработки Roxxon Energy. Мистер Кригер, скоро в Гарлеме запустят первый из ваших нуформовых реакторов. Однако не все разделяют вашу веру в нуформу. Ну, во-первых, Джона, позвольте сказать, что быть на вашем шоу – это честь и радость. Что ж, я польщен. И да, вы правы. Не все верят в прогресс. Например, Рио Моралес, который, кажется, скоро изберут членом городского совета. Я признаю, что мисс Моралес очень умна. Она воплощает прекрасную ролевую модель для юных девушек. Но, по-моему, она тратит свою энергию не на то. Наши реакторы изменят Нью-Йорк, но изменят его к лучшему. Но, видимо, не все легко принимают перемены. Позвольте дать вам совет. Как один сверхуспешный человек другому. Знаете, что я говорю своим критикам? Идите вы вместе со своей критикой! Окей, хорошо, что мы дослушали этот подкаст, это смешно было. Я тебе перезвоню. Дядя. Итак, Майлз, вываливай. Опиши всю ситуацию. Фина, Roxxon, подполье. Это все чересчур, понимаешь? Тебе 17. У тебя стресс, и ты супергерой. Тебе надо учиться расслабляться. Ты еще пишешь биты? Нет, с тех пор, как я начал это. Ищи баланс, малец. Самое важное в жизни. Вот.
Небольшой проект, который мы с твоим папой когда-то замутили. Наш микстейп. Четкие рифмы, все дела. Почему я никогда об этом не слышал? Потому что мы не закончили. Мы записывали шум улиц. Хотели, чтобы город стал нашей музыкой. Но твой папа был занят учебой, а потом мы с ним разбежались. Ты можешь закончить нашу работу. Заодно отвлечешься от своей. Да. Да? Хорошо. Что надо делать? Загружай. Я все тебе расскажу. Мои голограммы направят тебя. Просканируй источник. Голограммы? Крадешь мои приемы? Ха, да я этим занят. Так, не думай про Фину. Сосредоточься на звуках, очисти голову. Просканируй голограммы. Окей, дайте попробуем, что это такое будет сейчас. Это поможет тебе понять, какой нужен звук. Чтобы прослушать оригинальный образец, удерживайте L2 и нажмите треугольник. Попробуй найти оригинал и запиши четкий сэмпл. Мы здесь? Попробуй еще чуть ближе. Отличный звук, но с помехами. Я ничего не слышу. Вот, смотрите, вот я его вижу. Ага. Слишком далеко. Окей. Ну-ка, записать. Вот то, что нужно. Есть. Да, вот так. Да, 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 это оно. Ну, прикольная мини-игра такая. Остальные звуки, которые тебе нужны, ждут в городе. Я оставил несколько сообщений, чтобы ты мог прочувствовать все звуки. Шикарно. Получается, потом можно будет услышать какой-то бит. Не сейчас. Привет! Нашел что дельное? Это кто ему позвонил? Необычная динамика. Видишь, старая школа не подводит. А еще мне правда надо было проветрить голову. Теперь я знаю, что делать с Финой. Я встречусь с ней и попытаюсь ее отговорить. Лично? А где? Завтра ночью. У церкви Троицы. А почему спрашиваешь? Потому что у тебя на спине мишень размером с джерси. Не нужно меня защищать. Иногда нужно. Помнишь, ты говорил, что вы так и не закончили запись, потому что поссорились с моим папой. А что именно между вами произошло? Это запутанная история. Мы были очень похожи и очень отличались. Закончи запись, собери сэмплы и услышишь рассказ целиком. Обещаю. Хорошо. Спасибо, дядь. Церковь Троицы. Умельца. Можете брать. Но парнишку не трогайте. Злодей. Может, на Роксона работает? Ну, получается, а кому еще выгодно убрать умельца? Я так умотался. Итак, я позвоню Фине. Даже зубы не почистил. Ури! Что теперь? Что теперь? Где? Куда? Нам надо к Фине. Доступен новый уровень. Так. Вот это новое что-то. Приземлившись на голову врагу во время биорывка, нажмите X, чтобы совершить биопрыжок без расхода энергии и подбросить врагов в воздух. Интересно. А это? Атаки, совершенные во время действия камуфляжа, в меньшей степени расходуют его шкалу. Ага. Давайте купим. Давайте что сделаем? Оденем новый костюм. Я думаю, для разнообразия будет прикольно. И какой бы нам одеть?
Вот этот хочу, но нельзя. Когда его откроют нам уже? А это что такое? Это вам, этот можно купить. Давайте один вот этот пока. Так, и у нас еще, по-моему, есть вот здесь что-то. Что мы можем также купить. При сканировании враг соединяется линиями с другими врагами, которые его видят. Остаточная биосила. Энергия, оставшаяся после успешной биоэнергетической атаки, становится видимой и может быть поглощена для пополнения запаса биосилы. Окей. Че, это типа надо купить? Не, я не буду это покупать, потому что я костюм хочу купить себе. Вот. Все, давайте теперь таким поиграем. Так, что нужно теперь делать? Пора позвонить Фине. А, да. Надеюсь, она ответит. Привет, Человек-паук. Фина, привет. Надо поговорить. Лично. Снова решил мне наврать? Я хочу все исправить. Пожалуйста. Жду у церкви Святой Троицы. Ни слова лжи. Обещаю. Если ты что-то задумал... Сейчас она подумает на него, естественно. Она хотя бы не против увидеться. Ладно, значит, мне надо в церковь Троицы. Сюда. 4000 метров. Ой, тут далеко лететь. И, наверное, даже на поезде будет медленнее, да, если... Здравствуйте, если него друзья! Сесть. Сегодня в нашем Доникасте дебаты с... И это ваша подводка? Позор! Мы, профессионалы, называем такое водой! Больше эмоций! Я задам вам один вопрос, Дани. Вы понимаете, к чему вы подстрекаете людей? Где ваша журналистская этика? Побольше некоторых. Потому что ваша кампания против Роксона обескураживает настоящих журналистов, таких как я. Вам следовало бы выступать против этого молодого недомстителя, от которого все проблемы в Гаррах. Что? Вы показываете все, что делает Человек-паук в абсолютно черном цвете, и при этом оправдываете все, что делает Роксон. Будь у Человека-паука классный пиарщик, вы были бы за него. Единственные проблемы, которые исправляет Человек-паук, те, которые он сам и создал. Я не стану хвалить поджигателя за то, что он гасит свой же огонь. А Роксон, между прочим, построил красивую плазу в депрессивном районе. Только снес сперва чужие дома и заведения. Новый Человек-паук доказывает, что Гарлем не такая дыра, какой ее выставляет Роксон. А вы, мистер Джеймсон, для того, кто якобы любит Нью-Йорк, не слишком добры к его жителям. Вы явно дали волю эмоциям, юная леди. Так что из чистой жалости к вам я прекращаю эти дебаты. Шарет, отключай! Кому вообще в голову пришло дискутировать с тинейджером? Нет доброй славы в том, чтобы разгромить ребенка. Вызывай машину. Поеду на массаж. Алло? Алло? Ну все, он отключился. Что ж, спасибо вам за дебаты, которых вы так требовали, мистер Джеймсон. А все остальные не забывайте вставать каждые полчаса, когда работаете за компьютером. Пока. Погодите, преступление. Я должен приехать на место преступления на такси. Счастливой Хануки. Спасибо. На рекламном щите появился логотип Атлони. Очень подозрительно. А где? Куда? С кем мы сражаемся? Что-то на крыше происходит, да, я так понимаю? Или где? Цепляйся уже, вот. Я не понимаю. Двадцать метров. Секунду, а, вот. Я засек какие-то помехи. Навожусь на... Нахожу источник. Ага, есть захват.
Так, нет, нажал. Зачем им эти щиты? Пугать горожан? Рекламировать новые хиты? Подполье! Реклама... Ага! Сколько здесь их? Раз, два... Тихо, осторожней. Нафиг я в это ввязался, блин, это так долго сейчас будет. Второй. Прекрасненько. Прячемся. Вот, это легкая мишень будет. Ой, видят. Зато мне дадут сейчас жетон, кстати говоря, да, какой-то? Я же типа событие выполнил только что, преступление остановил. Мой. Реклама? А, черт! Вы на меня деньги берете! Ну ладно, фигачим. Фига получилось. Оху-ху-ху. Прикольно. Так, ну все, кажется, это последний. Надо выключить передатчик. Да. Есть! Спасибо! Дружелюбный сосед, Человек-паук 1, рекламная служба... Жетон событий. 0. Две штуки дали. Погоди, это что значит? Что мы можем сейчас сделать? Смотреть что-нибудь интересное. А, нам нужно еще два. И детали нужно. Но! Но! Мы можем какие-то гаджеты с вами купить. Да, у нас хватает жетонов. Этот гаджет генерирует гравитационный колодец. Давайте все, берем. Это нам очень поможет. Все, а теперь поехали делать задание. Уже по сюжеточке. Опа, и там еще люди. Нет, я туда не пойду сейчас. Нафиг. Нафиг. Мне хочется посмотреть, что дальше будет. Но только не Джона. Хотя нет, он меня забавляет так очень. Так называемого главаря преступного мира. Мне сказали, что он ведет роскошную жизнь в своей камере, которая лучше, чем квартира Джареда, пока его акулы-адвокаты подают апелляции. Но, похоже, все-таки в мире есть справедливость. В новом обличительном материале Дэйли Бьюгл написано, что заброшен. Что-то? А, преступление совершается. Просто сейчас всех вынесем по-быстренькому. Получай. А, это Роксаны. Вы тоже преступники, понятно? Вы все преступники. Оп, в сторону. Да что ты говоришь? Выполняем приказ! Захвати паука! Ох, как ты криво кинул.
Ах ты как криво кинул. Ну ладно. Все, ты сдох? Нет, ты жив еще. Окей, сколько тебя попинать надо. И последний. Ой, кого это кинул? Сраженца кинул. Давай, убивай его. Есть попадание. Давай, запинаем его вдвоем. Давай, братан, давай. Все, ты свободен. А, нифига не завершена, блин. Мы не убили его, он притворился. Так. Ура! Давай, ну цепляйся уже, тварь, ну что. Во, вот эта скорость хорошая. Вот эта церковь. Странный способ сказать, что ты Человек-паук. А вдруг я убила бы тебя? Так это я виноват, что ты меня чуть не убила. Я хочу, чтобы ты не врал мне. Я пустила тебя в подполье, потому что думала, что ты понял. И я понял. За то, что стало с Риком, Роксон должен заплатить. Но не так. Нет, иначе мне его не победить. Посмотри на это с другой стороны. Прошу. Не могу. Я дал обещание. Я тоже. Почему именно здесь? Мой папа водил нас на концерт. Семь хоров из семи стран. Помнишь? Лучше всех была Гана. Ганы там не было. Ты спутал с Гвинеей. Нет-нет, там точно была Гана. Гвинея, Белиз, Польша, Куба. Южная Корея, Таиланд, Венесуэла. Ты права. Как всегда. Но не всегда. Что? Да ладно! А где Майлз? Что он делает? Не работает биошок наш? Вот как. Знаешь, я разочарован. Крикер. Да. Но мисс Мейсон, я понимал, что с ней будет сложно. Но ты... Я надеялся, мы с тобой сойдемся во мне. Где мы? Ты попал за кулисы. Это наше секретное здание. Тут творится магия. Ты просто урод. Ты в курсе? Знаешь, когда мы с ее братом разрабатывали Нуформ... Ты всего лишь вписал свое имя в патент. Он говорил, у тебя был только один талант — продавать чужие идеи. Но у меня, по крайней мере, пульс есть! Теперь к делу. Да? Первое, что мы сделаем... Сейчас я... Вау! Обалдеть! Мы что, не можем вырваться из этого? Или мы еще слабы? Ну, ничего себе. Так вот, я должен снять с тебя маску. И выяснить, откуда у тебя ток. Ведь от тебя пахнет новым этапом биоэнергетики. А для меня это пахнет, знаешь, чем?
Так пахнут деньги. Ладно, мне пора в зал. День ног — это важно. Она должна сказать, где мой униформ. Иначе я не смогу открыть глаз. О, вам поможет. Закончим, что мы начали на мосту. Блин, деньги-то так скудно и просто. Такой, я злодей, я хочу денег, денег. Ха-ха-ха. О, нет, пытки. А, да, соски. О, затвердели, давайте еще. Я не Питер Паркер. У меня свои фишки. Чтобы вызвать мега-биовзрыв. Окей, давайте выживем. О, блин, меня отпинали. Я ж биовзрыв замутил. А, все, ноги дрожат. Валюсь с них. О, кайф. Тебе надо попробовать, Фина. Отвечаю. Сначала я поставлю свой бит, который запишу на улицах города. И потом повторим. Кайф. Давай выбираться отсюда. Роксон не сдал нас. Окей, мы в паре теперь, круто. На них. С ума сойти. Роксон уже ничем меня не удивит. Все в порядке? Будет в порядке, когда выберемся. Блин, они могли я сделать из этого, что она подумает на то, что может, это мы подставили ее опять. А в итоге тут все очевидно. Что ты нашел? Есть выход. Через этот кабинет. Нам надо снять блокировку базы в комнате управления. Сначала надо выбраться из крыла охраны. Я спущусь и посмотрю, с чем мы имеем дело. Дверь заперта. Энергия сработала в камере. Сработает и на этой двери. Если найдем твое питание. Привет. Открыто. Сработало? Сработало, я пошел. Я над тобой. Так не видно ее как-то. Где она? Выход через ту дверь, но придется хакнуть терминалы, вырубить сигнализацию. Я разберусь с охранниками. Ох, и такая куча здесь, да? Их, наверное, носорог отключил. Я слышал, он хотел допросить пленника. А, вон Фина. Другой, даже Человека-паука бы напугал. Стоп, опасно. Впереди еще двое. Где? Как вы вообще нашли эту пару? Вижу. Носорог выпить? Он головой работает. Может быть, мне пульнуть куда-нибудь? Я бы вот сюда пульнул, да? Стоп. Что делает этот гравиколодец? Как-то вот хотелось бы его заюзать. По-тихому не получится. Охрененно, охрененно заюзал. Промахнулся еще вдобавок. Ладно, я прячусь. Ну ты постарался, ты попытался ударить куда надо. Стреляйте при первой возможности. Так, биоколодец, что-то не понял, как он работает? Сейчас, давайте попробуем вот как раз таки сейчас. Нет, не стой за перилами. Во, а, вот как это. Вот так вот. Я думаю, просто и будет тут довольно-таки легко. Они, кстати, воспринимаются мною легче, чем вот эти ребята, которые умельцы, люди. Так, добивание есть. Помощники мои, вперед! Давайте, дети мои! Не трогай мою голограмму! Обречен. Так вот,
Вот вы где. Я даже не успеваю понять, что на экране происходит. Что, все? Все готовы? А, осторожно, ты здесь! У вас возврат есть? Все. Ну нормально так, кстати. По-моему, ни одного удара даже не пропустил. Вставай, Фина. Ладно, как тебя не заметили? Я сниму магнитный замок, а ты должен устроить там перегрузку. Ага. Окей, где? Похоже, это архив с документами. Давайте полазим. Новый костюм носорога. Он, короче, на них работал. Костюм, но будем честны. К нему относятся серьезно только из-за железного комбинезона. Улучшим его броню. А если поможем поймать паучка, он забудет про костюм. Он манипулирует вообще всеми. Запускаю отмену. Тут голосовая запись. Сэр, полиция спрашивает о носороге. Что нам ответить? Наш человек на плоту занят программой трудоустройства на свободе. Скажите полиции, носорог занят общественной работой. Неужели им сошло это с рук? Дверь открыта, но ее нужно толкнуть. Погодите, сейчас еще терминал. Заметки о независимых подрядчиках Роксона. Надо, чтобы кто-то из подрядчиков выследил умельца и Человека-паука. Надгробие вне доступа. Черная кошка исправилась. А тот мужик в фиолетовом. Как насчет него? Как там его звали? О, да. Да, он подойдет. Мужик в фиолетовом? Нет, не может быть. Нет, никак. То есть, получается, если бы я не посмотрел сейчас это, мы бы и не узнали, да? Это повлияло на игру только что? Я не могу их отпустить, пока не получу ногу. Его тут вообще быть не должно. Твой бугай должен был взять только девчонку. Да, тебе не нравится. Но вот в чем дело. Человек-паук — это мой лучший рычаг давления на мисс Мэйси. Ведь вы поймали их вместе. Точнее, ты поймал, но по твоей наводке. Так что там явно... Мы бы все равно узнали. Ты согласился оставить мальца в покое? Дядя Аарон? Малец, ты выбрал такое милое слово. Это так по-отечески. Отпусти Человека-паука. Я достану тебе на форум, дам данные о подполье. Все, что хочешь. Видишь? Рычаг. Всегда. Да блин, снимает. Да сейчас спалят нас. Человек-паук. У меня есть рычаг и для тебя. Я все видел. Из-за нуформа люди болеют. Ты убил Рика Мейсона. Если люди узнают... Ну, это вряд ли. Понимаешь, ты же вор в розыске. А учитывая, что мы вместе натворили... Будешь сидеть в соседней камере. И мы оба знаем, что ты к этому слегка не готов. Ну, мы пойдем и навестим мисс Мейсон и Человека-паука. Но это будет вечеринка только для своих. Да. Пока. Мне нравится его поведение, он такой... Такой типичный злодей. Такой... Нет. Жестикуляция такая. Ты знаешь этого парня? Как, знаете, Гэри Олдман в фильме «Леон». Почти что. Только он был поприкольней. Я знал, что он работает на Роксон, но я не думал, что он сдаст меня. Просто не верится. Ты завел меня в ловушку. Зачем я тебя вообще слушаю? Фина, нет. Должно быть какое-то объяснение. Я ведь не знал, что так будет. Давай. Надо идти. Они запустили блокировку. Нам надо попасть в зал управления. Значит, надо пробраться через эти ставни. Тут есть панель управления, но она обесточена. Попробуй это исправить. О-хо-хо. Что же делать? Где? Он подключен к генератору. А где? Чуть биоэнергии, и электричество будет. А где генератор-то? Я же не вижу. А, вот он.
испытания. Получаю доступ. Я не могу открыть ставни, но могу управлять машинами, типа того крана. Буду иметь в виду. Я осмотрюсь. Они тут собирают движки для своих машин. Вот. Я могу поднять или опустить кран. Это поможет? Да, давай. Эй. Так. Кран теперь прямо над двигателем. Двигатель. Есть одна идея. Ты можешь переместить кран к конвейеру? Да. Кажется, я тебя понял. Окей. Этот лазер должен рубить двигатель. А, черт! Лазер закоротило. Я перенаправлю питание. Лазер замкнуло, но он еще рабочий. Нужен новый источник питания. А, по-моему, это делается вот так вот. Раз. И куда-то мы еще, да? С помощью этих узлов и паутины можно перенаправить энергию. Вот сюда. А, нет. Стекло мне мешает. Сюда. Может быть, вот отсюда? Так, ну подождите, я в любом случае не смогу. Вот так вот. Круто! Паутина проводит ток. И... На кране есть узел. На кране есть узел. Я сделал, я видел. А, так что же я могу, я ж туплю. Я же могу его подвинуть в себе. Во. Все, лазер в твоем руке. Че, давай, делай. И лазер пошел. Идеально. Если перегружу двигатель, он станет бомбой. И эта бомба поможет нам открыть ставни. Чтобы нанести биоудар, нажмите... Куда надо нажать? Сюда? Ага. Ложись! Осталось немного. Это путь наружу. Дай мне минуту, чтобы открыть. Они разгадали наш план. Ну да. Выход-то один. Ладно, я разберусь с охраной, а ты открой дверь. Постой. Ты никогда не думал позвонить мне, сказать, что ты Человек-паук? Знаешь... Когда родителей не стало, Рику пришлось заменить мне отца. Я боялась, мне будет не хватать брата, но у меня был ты. Фина, я... Открывайте дверь! Дверь не выдержит! Иди! Я справлюсь! Иди! Что за чувак? Видит, когда я невидимый, да? На шлемах видят тепловые сигнатуры. Тебя заметят даже сквозь невидимость. Интересно, сколько ресурсов они тратят на борьбу с нами? Наверное, миллионы долларов черного нала. Расчисти путь, а я попробую взломать систему безопасности. Если нужно что-нибудь переместить, скажи. Главное вот вынести этого чувака с лазером, с этим фонариком, который меня видит. Я не потерплю здесь стукачей, да, которые меня палят. Умри. Но всю базу подняли. Быстрее. Куда? Наверх! Куда наверх? Смотрите, мы еще можем вот эту штуку. L3. Ой-ой-ой, быстрей! РХ-99,
Слушай, неплохо получается. Вроде так быстренько со всеми разбираемся. Ты как, ты опасен? Ты безопасен. Да умри. Вот, еще один чувак. Бля, почему я не могу вот сейчас дернуть за фонарь? Ой, за пропеллер этот. Слушай, жалко. Я знаю, ты мне не доверяешь. В этом ты прав. Как я могу это изменить? Они знают, что ты здесь. Вызвали подкрепление. А, нет. Придется пошуметь. Я его не провизую. Ох, нифига себе. Вот это серьезно уже началось. Блин, как обидно, спалился. Не туда нажал, просто не туда полетел. Они продолжают меня искать. Смотри, чувак уснул. Ой. Ну что ж, ладно. О, мне нравится эта каша, которая на экране создается. О-о-о-о. Охренеть! Кто это сделал? Давай, попробуй. Так, в сторону. Ага. Мои дети на помощь. Фух, хорошо. Наверх. Есть. Готов один. И еще один. И наверх. И наверх, я сказал. И... Блин. Хорош. Не сдох. Можем вот... Во! Сейчас получилось. Нужно, чтобы он был четко надо мной. Давайте еще раз так сделаем. Да. Все, висят. Тихо, тихо, тихо. Нет, меня нету. Меня не видно. Да ты с щитом, у тебя даже оружия нету. Я прошла. Встретимся в павильоне на дальнем конце конвейера. До встречи там. Так, а вот я нажимаю на L3, и что-то начинает делать, он там лазером пуляет. Победить всех врагов. Их осталось двое. Поспи. Так, и второй. Ну, кажется, это все. Не супер чисто, да, я иду. Двери. Я найду другой путь. Стой. Да как там? Да как там? Да как там? Почему он бесит? Вот, все. Не всегда понятно, иногда бывает, как нужно цепляться к стене. Вот так. Все. Мы все расскажем о смерти Рика. О, сейчас будет босс какой-то, кажется. Носорог, да? Суд поверит двум народным мстителям в масках. Должен быть способ. Думаю, выход там. Эй! Не ты потеряла? Спасибо. Я знаю это место. Лаборатория Кригера. Для чего она ему? В основном для показухи. Рик как-то показал мне фото. Лаборатория. Стой! Здесь все данные по проекту Нуформ. Отчеты о токсичности, данные с испытаний. И тут повсюду имя Кригера. Это уничтожит Роксан.
Ну, короче, такой мега-масштабный аферист, он, ему пофигу, он хочет быстренько загнать продукт, получить денег и свалить. Тебе цвет защищает от твоих электроукусиков. Электроукусики? Что ты несешь? Тебе конец! Окей. Фига она сильная. Что я должен делать? Да, уклоняюсь, хорошо. Может, прокатимся? Надо сломать его броню. Хорошо, я понял, мы будем ее ломать. Я так понимаю, что нам не нужно... Ой, как больно. Нам не нужно пытаться сделать био-удар. О, фига. Так, давайте. Оп-оп-оп. Нет, надо в танки их швырять. Не трогай. Оп! А! Вот. Давайте, направим его прямо в танк. Во. Почти. Да. Но тебя мне достаточно сбить один раз. Один раз, да? Это реально? Это то есть, если меня один раз ударит, то все, мне как кранты, да? Будут. Во. Так. Не в стенку. Во. Нет, не засчитали, обидно как. Теперь тебе не жить. Во. О, он сам ударился. Его броня просто нечто. Роксон не скупится. Они денег не жалеют. Есть. Хорошо, давай еще. В принципе, легкий босс. Все очень однообразно, однотипно. Получи по щам, носорог. О, она ему рог отрезала. Он вообще им не пользуется, по-моему. Так, что теперь ты будешь делать? Кинул в меня танк. Окей, хорошо. Какой двигатель? Ага, я вижу. А! Боль! Давай, Финна, работай! Да я же нажал! Ой-ой-ой! Давай, вот, я же жму! А, накапливайте энергию, все, я понял. Хорошо, сейчас накопим. Ах ты скотина какая. Есть, во. Уродство, а какое. Что так злит меня это все. Ладно, я слишком хочу сделать вот эту штуку с двигателем. Из-за этого, ну, пока допускаю вот эти вот. Где вы? Где люди? С кем сражаться? Ну что, есть кого-нибудь еще, кого ударить можно? Во! Сейчас побольше накопим. Oh, давай, быстрее. Перестать. Опять нужно накапливать. Твою мать! Вот. Пожалуйста, сейчас-то можно?
Да почему ты меня задеваешь? Да какого хрена? Я сейчас разнесу этот геймпад. Блин, чё ж так не... У меня не получается почему-то. Если я запущу двигатели... Так, хорошо, один есть. Один блок есть, надо второй добить. Двигатели ослабят броню. Окей, бегом, 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 бегом. Есть. Неужели? Давай. Давай, 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 давай. Хорош. Навсегда. Да, да, я согласен. Да не трогай, это моя добыча. Поэтому вы и проиграете. Секунда. Руки есть, твоя броня уже не так. Отвали от меня. Давай, нужно, чтобы еще один так он взорвал, да? Внезапно. Вон еще двигатели. А, нет. У меня нечем. Нечем заряжать их. Давай, удар. Вот, бегом, 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 бегом. Скорей. Не прикасайся. Ты зарядил? Я зарядил, это хорошо. Ну сколько тебя еще бить-то, а? Прикольно. Роксоновская броня отключена. Твой ход. Ладно. Теперь получается, мне просто надо его бить, да? Стряска, здоровяк. Ты мне не нравишься. Можно прибить его. Это женщина ярость. Да, еще как. Я вообще не понимаю, что происходит. Так много всего происходит. Вот. Да почему он? Он встал, я же применил на него сраный удар. Могу вас победить. Да ты уже даже смотаться не сможешь. Есть. Давай, 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 давай. Ну сколько тебя, ну сколько, ну сколько? Роксон ни за что не оставит вас в покое. Он постоянно меня так будет бить. Давайте все немножечко успокоимся. Ладно? Не в ту ты сторону бьешь. Не в ту ты сторону бьешь. Будь ты проклята, игра. Так. Скорее, невидимость. А, смотри, он сразу среагировал. Блин, я не могу уже, ненавижу эту игру. Ты готов к встряске, здоровяк? Ты мне не нравишься. Сколько у меня будет еще накапливается это говно, блин. Мне даже комментировать ничего не хочется, просто думай об этом. На, умри. Давай, добивание, ну. Можно прибить его. Это женщина, ярость. Сейчас сдохну, я сейчас сдохну. Да ты будешь... Да ты будешь что-нибудь делать.
Наконец-то. Я мог ему делать добивание, но не сработало почему-то. Нет, я не устал. Он ни черта не видит. Навались! Я не вижу его. Где он? В сторону. Удар. Избиение. Бруталити. О, ладно, нормально. Не такой уж он был простой. Вот есть какие-то моменты, особенно вот эта куча всяких выстрелов, взрывов в тебя. Убедись, что он ничего не сделает. Сейчас вернусь. Отчеты Кригера покончат с Роксоном. Без убийств. Знаешь, Кригер рассказал, как сдох твой брат. Очень забавно. Заткнись. А еще он сказал, это твоя вина. Кригер переработал реактор. Хотел перегрузить его, чтобы успеть в срок. Если Фина сделает то, что хочет... О, Господи. Гарлем. А ты стояла и смотрела, как он умирает. Нет, нет, нет! Сейчас убьет, да? Прям голову отрубит? Не, не убила, не успела. Фина, какого черта ты? Ты помешал мне на мосту! Уничтожил мою лабораторию! Ты подставил меня! Фина! Фина, реактор! Только подойди, и я убью тебя. Но мы же семья. Моя семья погибла. Ганке, нужна помощь. Она прям очень сильная. Посмотрите, сколько нас бил носорог, и сколько она нас пару раз ударила, и все, мы вырубились. Может быть, потому что мы перед ней бессильны? Потому что она своя? Не знаю. Майлз, где ты? Что с тобой случилось? Что за костюм? Точно, я даже не подумал об этом. Вот так. Кое-что рассказать. Ладно, все. Он спалился. Фина напала на Плазу. Да. Так это ты гнался за ней через весь город в костюме паука. Ты мог погибнуть. Поверить не могу. Почему ты не сказал мне обо всем? Мы же говорили, что нужно беречь себя. Но это... Я не хотел тебя тревожить. Другой Человек-паук уехал, а у меня все шло хуже и хуже. Теперь еще тебя подвел. Майлз, ни один твой поступок не заставит меня любить тебя меньше, запомни это. Ни один. Ты придаешь мне сил, Майлз. Таким и должен быть герой. Тот, кто смел ради тех, кого любит. Просто тот, кто не сдался. Глория займется пиром, а Тео обойдет жителей. Отлично. Начинаем эвакуацию. Подожди, я сейчас. С каждым днем ты все больше похож на отца. Береги себя. Хорошо.
Молодец, Майлз. Ну что ж, получается, весь район будет в опасности, и нам предстоит сражаться с Финой, переубедить ее, Майлз, помириться с ней как-то. Я убеждаю людей эвакуироваться, а потом мы с твоей мамой обойдем соседей. Да, хорошо. Хотел сказать тебе спасибо за помощь и поддержку, бро. И могу я тебя попросить кое о чем? Конечно. Я пытаюсь увязать деятельность подполья со зданиями, где мог храниться Нуформ. Может, сумеешь взломать вышки Аскорпа или... Уже. Дай немного времени покопаться. Не спеши. Спасибо, друг. Надо немного размять ноги, а потом в путь. В общем, предстоит очень много тяжелых боев, тяжелых дилемм. Все пострадают. Вот она, судьба Человека-паука. Все вокруг него будут страдать. Что ж, ребят, на этом мы с вами закончим. Получился длинный выпуск, но мне не хотелось прерывать на вот этих всех интересных местах. Я хотел бы дождаться вот такой вот паузы. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК. Если нравится вот такая вот футболочка Game Hunter, что вы можете ее приобрести по ссылке в описании в моем личном магазинчике комиксов. И, кстати, скоро будет объявлен предзаказ первого номера, поэтому ждите новостей. С вами был Юджин, и всем пять!